И на выходных СБУ в Запорожской области были задержаны опасные террористы из Донецка. Как сообщает официальный сайт, люди готовили разведывательно-подрывные акции и террористические акты на стратегических объектах. О принадлежности их к ДНР свидетельствуют документы, найденные при задержании. Руководителя и членов диверсионной группы сейчас допрашивают, у них изъяли боеприпасы, ведется следствие.